Приговор именем Российской Федерации 27 декабря 2010 года, город Благовещенск. Короткова Леонида Викторовича признать невиновным и оправдать его за отсутствием состава преступления в его действиях по пункту В части 3 статьи 286, части 2 статьи 286, части 2 статьи 286 УК РФ. Меру процессуального принуждения Короткова в виде обязательства явки отменить. Признать за Коротковым право на реабилитацию в порядке, установленном главой 18 УПК РФ по вступлению приговора в законную силу. Гражданский иск филиала ОРЖД «Забайкальские железные дороги» оставить без рассмотрения. Приговор понятен? Да. Настоящий приговор стороны вправе обжаловать в Амурский областной суд в течение 10 суток, начиная с сегодняшнего дня.